нахожусь в Marshalls. Завезли новый товар зимний. Шикарные, шикарные кофты. Я также взяла примерить. Но думаю, покупать ли сейчас или нет. К зиме это очень хорошо. Дело в том, что движется Черная пятница и будут скидки. Так вот, я думаю, останется или нет. А народу сегодня много. О, примерка на ходу. Пойду все-таки примерять. В принципе, как бы цена и недорого, $25, да? Смотрите, есть темно-синяя и есть такая светлая. Мне, конечно, эта светлая больше нравится. Но надо посмотреть, там М-ка, а другая С-ка. Ну что, много, конечно, разных вещей интересных. Я еще плюс зашла без очков и называется нормально. Ничего не вижу, но пытаюсь что-то все равно смотреть. Цену, конечно, не вижу. Так вот стою, если я цену не вижу. Вот 9,99, по-моему, вижу большую, а красная нет. Да, примерка на ходу. Молодцы. Да. Вещи хорошие. Тут ценка Calvin Klein $16. Но мне кажется, на Черную пятницу будут все-таки скидки. Все равно много останется. Я просто сомневаюсь за это. Дело в том, что там небольшой выбор. Сейчас покажу. Ух ты, штанишки. Вот это штанишки. Да, смотрите. Под эту кофту. Ну, вы знаете, я, конечно, брать не буду. Может быть, есть мой размер. М-ка только. Но я возьму примерочную. Просто для вас покажу. Я возьму. А эти, как вам? Смотрите, какой цвет. Цвет сногсшибательный. Вот этот цвет. Да уж. Вот это, кстати, мой размерчик. Представляете, цена $6. Если я правильно досмотрела. А ну давайте, вы посмотрите вместо меня. Так. Анюк. Что тут? Вот Йента, по-моему, мой размер. А Йента не мой размер. Это сюда, а это сюда. Так, дальше смотрим, что это такое. Ну, это я не ношу. Я не люблю юбки. Как-то ранее носила юбки, сейчас как-то, не знаю, что-то не догоняю. Вот, абсолютно. Что это такое, тоже хорошее. Хорошая действительно скидка сейчас, $22. Сколько было, даже не знаю. Джинсы Calvin Klein $16 сейчас. Тоже симпатичные. Знаете, столько джинс можно купить как бы по хорошей такой скидке и по хорошему имени. Ну куда их складировать? Вы знаете, я так эти джинсы хоть коллекционирую. Что-то бы такое. Это, смотрела. Что-то бы такое, конечно, вот как бы оригинальное бы. Но, ну смотри, ну надо же, оторваться не могу. Сколько стоит? Сейчас посмотрю. $6, кажется, да? А, ну куда носить? Куда носить? Куда? Куда такой цвет? Ну. Ну куда такой цвет? Нет. Вот они с этой стороны. Вот эти такие шубейки. Смотрите. Давайте я покажу. Вот такие есть. Но мне такая не очень нравится. Знаете почему? Хотя это длиннее, в принципе, стоит. Тоже $25.
Пуговиц нет. Смотрите, одна пуговица. Хотя, кто знает, рукава хорошая. $25 Капюшон. Ну, тоже пуговиц нету. Хорошая штука, но без подкладки просто. Так. Как бы, знаете, дома можно одевать. Такие накидки. Как бы жилетки. Но это... Я хочу сказать, что так неудобные они такие. Так, вот это тоже. Вот это вот очень не люблю. Ну, это вот синяя. И эти. Вот эти мне понравились. Но эти стоят дороже. Эти 30. Да. Вот эти понравились. Мохнастые, пухнастые. Видите, М-ка. А, эски нету, смотрите. Л-ка и две М-ки осталось. Навряд ли, конечно, дождется до Черной пятницы. Навряд ли. Итак, и так, и так. Называется «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Можно, кстати, выворачивать туда-сюда. Только с этой стороны будет без карманов, а с этой стороны с карманами. И оказывается, здесь нет пуговиц. Там была хотя бы одна пуговица, да, которую я смотрела, но там не было капюшона. А мне нравится капюшон. А сейчас я попробовала вывернуть. Когда выворачиваешь, размер получается как бы немного меньше. Вот так вот. Все равно, Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Так, можно и светлое, можно и темное. Итак, цвет беж. Ой, что сказать, что сказать. Ну, я скажу, что это эска уже, конечно, поменьше размер видно, но как-то вот как-то большое здесь с этой стороны, или это карманы, может быть, выпирают. Потому что эта ткань, она такая, ну, как бы вам сказать, большая. Объемистая, так скажем, объем имеет. Ой. Ну и что? Это единственная эска. Ну и что? Давайте посмотрим. Вот это мне не нравится. Что это такое? Почему это сюда задирается? Это не нравится. Это неправильно. Как-то, хоть и $25 и недорого, но тем не менее хотелось бы, чтобы было все идеально. Попробую-ка я вывернуть. Ну что сказать, тоже хороша Маша. Карман нет. Карманы здесь. Все-таки карманы. Такое впечатление, как будто, знаете, что-то напихали туда. Вот выпирает. Вот с этой стороны вот выпирает. Смотрите, видите? Смотрите. Шарик. Видите? Вот такое. Хотя, конечно, вот тоже красиво. Видите, вывернула, и тоже очень симпатично. Здесь даже так более мягко, более так нежно, светленько. Кармана нету. Хотелось бы. Да, карманы эти не очень. Да, штаники. А, минутку, минутку. Я же штаники взяла специально вам показать. Смотрите. Ну, в общем, никак. Это если только вывернуть. Если только так. Да, так вполне можно. Да, вполне. Черная сумка, допустим. Или розовая, кстати, тоже можно. Это кто? Такие, знаете, модницы.
Так, далее. Вот эти штаники тоже мне понравились. Вот эти просто идеально. Вот это идеально. Смотрите. Вот это идеально. Так. Ну что, все. И эти штаники. Такие зеленые, как бы цвет болотный. Освещение не очень вот так вот с этой стороны. Угу. Ну, эти куда-то под что-то другое. Ну, все. Вот такая примерка. Что сказать, не знаю. Наверное, не буду брать, потому что мне не нравится вот это. Вот это мне не нравится. Вот это. Да. Ладно. Еще будет и будет. Все. Пока-пока.